И снова всем привет, с вами Return, и мы продолжаем прохождение игры Pillars of Eternity 2 Deadfire. Как вы помните, ребят, в прошлой серии мы с вами добрались до острова Крукспур, и сейчас мы попытаемся скрытно проникнуть внутрь через коллектор, наверное, я так подозреваю, вот, потому что хочется все это сделать аккуратно. Впереди вы видите тесный вход в пещеру, в скале под растрескавшимся основанием крепости. Вход почти полностью затоплен. Все углы пещеры. Вы придете в воде, пока дно внезапно не уходит у вас из-под ног. Чем дальше в пещеру, тем зеленее, темнее и глубже вода. В устье пещеры бьет волна, потом отступает. Сильный отлив тащит вас обратно в сторону берега. Будет дальше. Вы сопротивляетесь течению, медленно продвигаясь вперед. Заплыв глубже в пещеру, вы обнаруживаете два тоннеля. Один ведет в темноту, в другом виден слабый свет. Оба туннеля полностью затоплены. Так, ну давайте в темный заплывем. В туннеле так темно, что вы не видите даже собственных рук, потому конец пути удается обнаружить только тогда, когда вы ударяетесь в каменную стену. Идти некуда, иначе как обратно тем же путем, которым вы пришли сюда. Ваши движения всколыхнули воду вокруг, вы слышите плеск наверху. Возможно, там есть небольшой пузырь воздуха, или вам просто показалось. Давайте всплывем на поверхность. Всплыв на поверхность, вы утыкаетесь носом в каменный свод, но все же успеваете захватить немного воздуха перед тем, как ваше лицо захлестывает ледяная волна. Вы пытаетесь держаться на воде, загребая руками, но вскоре понимаете, что именно ваши движения поднимают волны, из-за которых дышать невозможно. Вернуться к раздумью. Плыть светлый туннель. Все отдышались и могут продолжать путь по темному туннелю. Вы покидаете туннель и всплываете на поверхность в пещере глубоко под крепостью. Ну что ж, мы с вами в пещере. Наконец-то начинается любимое нами занятие. Исследование, так называемый dungeon crawling. Нити паутины упорно липнут к вашим пальцам. Шкура. Мантия. Так. Паучки. Молодой паук кристаллоед. И не один. Как минимум два. Минимум два, но их может быть и больше. Ладно, поехали. Да, тут есть и побольше паучок, королева пауков. Давайте-ка на нее нападем сразу. Так, это что-то, ага. Ну да, мы с вами очень долго откладывали основную сюжетку, поэтому сейчас она для нас вообще никаких проблем не составит. Только забила отмычка и кости носителя, две штуки. Кости обглоданы дочисто. Так, ну смотрите, у нас здесь есть к острову Крукспур какой-то выход. Я так подозреваю, что это позволит нам обойти остров. Так, а вот здесь что-то закрытое, какой-то склад закрытый. Проход закрывает решетка из толстых железных прутьев. Она надежно заперта.
Значит, у нас есть несколько вариантов, как вы видите. Дотянуться до рычага через решетку. Ну, давайте попробуем. Это, по-моему... Вообще, я даже не знаю, что это, но мне почему-то кажется, что это акробатика. Если у нас тут такое вообще есть. Ловкость рук, возможно. Ладно, пускай попробует это Серафин сделать. Плотно прижавшись к решетке, Серафин стонет, пытаясь дотянуться до рычага кончиками пальцев. Выдохнув остатки воздуха через сжатые зубы, Серафин умудряется еще на дюйм продвинуться к цели. Пальцы цепляют конец рычага, соскальзывают, но со второй попытки его удается сдвинуть. Ворота содрогаются и начинают открываться. Серафин отступает в сторону. Кстати, смотрите, он... Типа за счет того, что он Орлан, он, наверное, понял, как это все работает. Если бы другого, то кто-то бы получил травму. Причем даже картинка Серафена была нарисована. Интересно. Бригандина отличного качества и рубин. Свежие фрукты. Ремонтные припасы, которые нам, в принципе, пока не нужны в тех количествах. Жемчужины. Так, ну что ж, подземелье круг спура. У нас есть вариант еще выход, конечно, ну, типа... Совсем с локацией, но я думаю, что мы пойдем в подземелье по сюжету. Потом, может быть, нам придется идти туда, в обход этого форта Кругспур. Ну, видим. Так. Здесь, судя по всему, должны держать дробов. Поисследуем. Какая-то такая полурукотворная туннель, пещера. Опа. Бог пауха. Эй, незнакомец, помоги нам, мы здесь не выживем. Женщина, перемазанная грязью и боевой раскраской, машет вам рукой, просунув ее между прутьями решетки. У нее нет оружия, она сидит в клетке, одета в тряпье, которым бы побрезговал даже нищий. Но при этом она держится гордо, даже агрессивно. Судя по мышцам, она явно из воинов. Подойди ближе. Да, еще шажок, птичка. Ничего не делать. Скажешь, Фейтниса бросается вперед. С силой ударившись плечами о прутья, точно останутся синяки, она пытается схватить вас за горло. Вы чувствуете, как ее ногти едва задевают вашу кожу. Вы стояли достаточно далеко. Халия, милостивая, проклятие, подожди же. Я слушаю. Хвала прилива Мондры. Она с облегчением вздыхает. Прости меня, незнакомец, но ты обязан нам помочь. То есть, я прошу тебя помочь. Она хватается за прутья решетки, напрягая мышцы, наклоняет голову и смотрит на вас из-под лобья со смесью презрения и надежды. Ты кто? Покупатель? Здесь? Я тебя раньше здесь не видела. Значит, ты не работаешь на работорговцев. Твой вождь послал меня разобраться с работорговцами. Она с интересом прищуривается. Ты добрался до сюда, и тебя не сожрал огр. Ну, пока не сожрал. Может, ты освободишь нас? Я с остальными слежу за охраной. Мы составили график патрулей и запомнили все слабости стражников. Мы сможем за себя постоять, если ты выпустишь нас из клетки. Тебе потребуется оружие, чтобы выжить, либо же, если ты будешь сражаться и погибнешь здесь, все будет напрасно. Тебе нужно вернуться к племени и защищать его от работорговцев. Вахаки редко терпят военное поражение. Наши захватчики устроили на нас засаду.
Но даже так я со своими охотниками уложила дюжину их бойцов. Выбравшись на свободу, мы не пощадим никого. Я лично выпущу кишки десятнику. Открой клетку и увидишь лучших воинов в Ахаке в деле. Знаешь, у кого ключи? У этого тупого увольня, десятника. Он обычно ошивается у лестницы, что ведет на верхний уровень форта. Ладно. Тут у нас ручеёк какой-то пересекает реку, точнее не реку, пересекает пещеру. Вода прохладная и прозрачная. Нужен противник, наемник, работорговец. Давайте сначала... Опа! Ого, головорез. Он идет сюда. Он идет сюда. Я не знаю, конечно, зачем мы скрываемся, но мне нравится играть в стелс, когда это возможно. Если бы здесь еще можно было тихо вырезать врагов, это было вообще замечательно. Особенно вот в таких вот местах, да? Где нужно аккуратно, скрытно пробраться. Тут мы были, здесь получается есть вот еще один проход вот сюда. Давайте сначала сюда посмотрим. Раб, рабыня. Так, наемник работорговцев. Ладно, поехали. Парочка огров. Ого, тут аж что-то мы такое хорошее сейчас использовали. Похоже, как на цепную молнию, только она как-то возвращалась. Так, кинжал огра. Кровь громилы. И вода. Так, здесь торговый двор. Ага. Так, подождите, то есть мы должны были уже ключ взять, но мы его не взяли, видимо. Ну, здесь можно открыть дверь, кстати. А, может быть, мы и там можем дверь открыть, мы же не пробовали даже. Нам нельзя ни с кем говорить. Ты что, сбежал? Не хочу нарваться на неприятности. Бегите, в глубине склада есть проход в пещеру. По ней можно выйти к морю. Да-да? А там нельзя заблудиться? А если там пауки? Или придется где-то плыть? Я плохо плаваю. На пляже вас будет ждать женщина по имени Сиафоль. Она отвезет вас в безопасное место. Ох, надеюсь, ты не врешь. Спасибо тебе.
С усилием складнув, освобожденная рабыня знаком приказывает остальным следовать за ней. Так, это для Сеофоль мы выпустили. Хорошо. Смотрите, тут что-то припрятано. Золотой соли. Солома воняет мочой. Так, ну и остался еще один враг. Давайте ускоримся. Нет, не один. С помощью журавлиный ключ какой-то мы тут нашли. Серебряные утоки, отмычка, нефрит. Ну и здесь должен быть последний враг. Вот он. Нет, не один он. Опа. Рабы сбежали. Трубите тревогу, никто не должен выйти из форта. Задание провалено, острие копья. Что за острие копья? Так. Странно. Мне вот это не нравится, ребята. Вот я не люблю, когда проваливаются какие-то... Ну, я подозреваю, что, скорее всего... Хотя, опять же, еще не знают, что это мы сделали, да? Блин, не хочу я так пока что. Здесь автосохранение. Было 15 минут назад, не хочется переигрывать. Ладно. Десятник гром, вот они.
большой железный ключ. Так, подождите, но где-то это точно должно показываться. Я помню, даже вроде бы было где-то тут такая галочка. Скорее всего, конечно, это, ну, точно не что-то плохое. О, обезболиватель. Этот Магерштейн был любимым орудием, бежал из Новогра палача из рабского порта в Кругспуре. Урон плюс 45, точность плюс 12, плюс 3 пробивания, неустанность. Минус 3 от воли цели на 30 секунд при попадании, суммируется 5 раз. Плюс 10% скоростью действий. Шанс провести дополнительную атаку и наложить встряску при попадании. Знаете, это очень плохо. Железная дева запачкана изнутри кровью и обрывками волос. Дерево испещрено глубокими насечками, внутри которых свертывается кровь. Так, давайте посмотрим, стоит ли здесь кто-то, потому что, помните, в ролике он стоял. То есть появился, так бы, точнее. Сейчас нет никого, хорошо. Ладно, идем к Вахаке. Кто хочет спустить шкуру с парочки работорговцев? Я-то давно хочу отомстить им. Она разминает шею, хрустя позвонками. Только дурак не понимает, когда надо сражаться, а когда отступать. Я лучше умру, чем снова очнусь в кандалах. А что насчет твоего племени? Ему хватит сил, чтобы тоже выжить? Они... да, ты верно говоришь. Если мы не будем сражаться, то должны отступить. Но я не смогу выйти тем же путем, которым нас сюда притащил. Внизу есть затопленная пещера. Плыви по более освещенному тоннелю. Так ты выберешься в открытое море. Значит, таким путем мы отправимся, кивает она. Океан приведет нас домой. Пускай и тебя всегда хранит Тундра. Так, ну что ж, а теперь, я думаю, самое время разобраться со всеми работорговцами. И еще сейчас мы, скорее всего, навлекли на себя гнев всех пиратов, которых было возможно. Гадкий груз. Разобраться с лидером работорговцев. Хочешь, чтобы я убил лидера похитителей? Опа. И сейчас он здесь будет. Рабы сбежали. Это уже было. Трубите тревогу. Никто не должен выйти из форта. Это тоже уже было. То есть за каждых, и за тех рабов, и за этих все одинаково. Видите? Хорошо. Так, это вот туда в форт побежали, а это на торговый двор. Ну давайте, наверное, сначала на торговый двор заглянем. Так. Обновлено задание. Очищение... Найди и убить мастера Куа на Кругспуре. Мне нужно лишь найти его и сразиться с ним. Мастер Куа некий.
Ладно. Воюем. Крепление прибежало. Маг. Все, мага больше нет. Так, ну, вроде бы разобрались всем, со всеми, кто был здесь конкретно. Что-нибудь интересное нашли? Не знаю, не уверен. Так, давайте вот это вот освободим красавчика. Я думаю, что его можно освободить. Они закрыли ворота. А, понятно, то есть таким образом его нельзя освободить. Ладно, сейчас мы откроем ворота и все остальное тоже сделаем. Наверное, здесь можно было действительно аккуратно прокрасться и убить только одного этого чувака. Вот, ребят, если проходили этот квест, расскажите альтернативный путь. Будет интересно. Я просто всегда обычно в лоб иду во всех играх, поэтому ничего такого необычного. Канонир. Вот это не очень хорошо. Отлично, расправились с ним. Судя по всему, мы знатно обогатимся после этого квеста. Вот, и как раз это то, что нам нужно для того, чтобы поправить наше положение финансовое. Потому что, как вы помните, у меня что-то резко стало мало денег. Ничья кошка. Мисти. Отклонение плюс 3 против оружия ближнего боя. Вот такая вот миссия. Так, здесь можно что-то заюзать? Ворота не здесь закрываются, открываются? Видимо, нет, не с этой стороны. Ладно.
Из труб доносится зловоние. Пистолет хорошего качества. Аукционистка была, если я не ошибаюсь. Так. Вот. На эту стену нам нужно теперь. Я думаю, что здесь открываются двери. Все видно. Ну что, перестаем скрываться? Никому не нужная собака. Рекс. Пока урон плюс 5% от атаки, урон по области. Вот это неплохо. Огонь глотки. Ядра аккуратно разложены в нужных местах и готовы к тому, чтобы отправиться в полет. Кстати, не знаю, у меня есть ощущение, что немножко поплавнее стала игра. Хотя, опять же, мы еще не использовали наш огонь любимый. Может быть, в этом дело. Так, тут ничего нового. Канонир очень долго заправляется. Отлично, мы опустили ворота. Порох, пушечное ядро. Так, ну все, теперь в форт идем. Здесь все зачистили, все, что было возможно. Новая запись в дневнике. В Крукспуре поднялась тревога, и все выходы и входы перекрыты, включая главный вход в крепость, где теперь поднят мост. До мастера будет сложнее добраться. Кстати, табом здесь можно переключаться. Хорошо, здесь мы увидели кучу охраны. Здесь мы видим одного наемника. Ладно. Я не понял, куда делся Огр, почему я себя не вижу, вообще что происходит. Ух ты, тут лев-питомец, ребята. Да тут прям бой. Такой серьезный. Может быть, даже я зря так легко сюда зашел. Есть такое ощущение, по крайней мере. Так. Так. Алот лег.
Серафен тоже лег. Серафен встал, и Алот встал. Замечательно. Ну да, с учетом того, что даже у нас уровень такой высокий, ребят, это было не так-то просто. Хотя я ничего здесь вообще не делал, я даже не использовал вручную никакие заклинания. То есть я только автоатаками играл, но все равно. На мебели нет ни пылинки. Блистательный плод, большой щит, одноручная. Противник у персонажа плюс один, в конечном плюс 4, дает защитный маяк. Эффекты на себя плюс один класс защиты. Щит — символ целеустремленности и стойкости. Орел повышает класс защиты ближайших соратников. Так, а вы знаете, это интересно. Это интересно. Я же большие щиты себе вроде как прокачивал, если я не ошибаюсь. Да, прокачивал. Но у него отклонение щитом плюс 4, а у меня плюс 6. Давайте посмотрим, что будет, если его зачаровать. Положение капитана. ОД для союзников, здоровье плюс 10, радиус 2,5 от заклинателя. Ваш отряд преисполняется боевого духа, все соратники исцеляются. Эффективность исцеления увеличится пропорционально показателю дипломатии. Или защита тыла. Плюс 10 к уклонению против атак в окружении. Это использование. Плюс 1 на передышку. Но в принципе это неплохо. Превосходное качество и легендарный предмет. Ну, давайте теперь попробуем его в деле. Конечном плюс 8. Так, а с чем мы сейчас ходим? С саблей. Это вот этот второй. Второй включен. Хорошо. Даже интересно, как... Ага, вот. Ну, нормально выглядит щит. Хорошо, поехали дальше. Мушкетон. Сюда нельзя попасть отсюда, по крайней мере. Ладно, где тут враг единственный был? А, все, его здесь уже нет, видимо. Так, давайте, наверное, сохранимся, это мы давно не сохранялись. Наемница, мастер Куа, вот он. Ну что ж, поехали. Вернулся на Орио Каики. Эдер что-то обнаруживает. Где Эдер что-то обнаруживает, было бы неплохо понять. Вот. Вернулся к имперски. Помочь капитану фронта. Вернулся к директору. Ну чё, они не разбежались? Они должны были бы разбежаться. Мы же убили их главного чувака. Кольцо контроля. Область действия плюс 10%. И это его труп, видимо. Мушкетон, топорик, кожаный доспех, рукавица великой надежности. 25% промахов становится легкими попаданиями для знакомого оружия. И голова мастера Куа. Эта мраморная статуя представляет собой копию известной работы варианского скульптора под названием Дукала Сера.
раздевали всех. Кстати, по-моему, раньше они не раздевались. Вот. Я не помню этого. Подземелье круг спора. Ага, можно было таким образом. Видимо. Так, ну мы пошли на улицу. А потом вы... Он потирает затылок и слегка вздрагивает, словно не ожидал наткнуться на поясывающее шею метрическое кольцо. Не знаю, как и почему вы их убили, но большое спасибо. Теперь ты свободен. Удачи. Береги себя. Он словно давится поспешными словами и стучит себя по груди, чтобы поскорее обрести дар речи. Правда? Вы не шутите? Не представляю, как мне вас отблагодарить. О боги, но куда же мне идти? У меня нет ничего, кроме вот этих тряпок и свободы. Можешь присоединиться к моей команде, если хочешь. Работа нелегкая, но честная, как и деньги за нее. Он зеленый вздрагивает. Конечно, спасибо за вашу доброту, господин. Элем красавчик, ну, это сейчас он не может туда войти, но понятно, в чем идея. Так, а чего опять это закрытые ворота там? А, видимо, потому что мы забрались туда. Ну ладно. То есть мы, когда, помните, напали на Кула, там заново прозвучал этот горн. Или гонг. М. Ну ладно, это будем считать, что баг. Вот. И сейчас выберемся тогда через подземелье. Сейчас подойдем, конечно, еще раз к воротам. Но, как видите, ворота снова закрыты. И самое плохое, что не активен. Вариант. А, все, они просто глючно закрыты. Они на самом деле открыты. Ладно, с торговцами потом разберемся. Здесь это не стоит, не ждет нас, как было сказано. А, кстати. Там же, помните, был еще один проход. Давайте попробуем туда зайти все-таки. Нужно в подземелье вернуться. Помните, был проход на остров. Форт. Пещера. Не, подождите, отсюда мы пришли. А, вот здесь вот где-то было проход. К острову вот.
Так, ну давайте поисследуем. Так, обыскать окрестности. Временный труд. Бирюза. Так, ребята, что-то мне вот эти вот ребята не нравятся, которые тут приходят. А, фух, надеюсь, они не ко мне. Беспокойный лес. К северу от Кругспура лес становится гуще. Вас окружают огромные толстые деревья, за их листвой не видно неба. Воздух наполнен жужжанием насекомых. Тропинка приводит вас в узкий овраг, по обеим сторонам которого возвышаются холмы. Фьють! В землю перед вашими ногами вонзается стрела. Вы отскакиваете назад, безуспешно пытаясь заметить лучника. Фьють-фьють! Рядом с первой стрелой вонзается вторая, затем и третья. Каждая следующая ложится все ближе к вам. Кто бы ни присматривал за этой тропой, вас здесь определенно не рады видеть. Подвать лучников. Ладно. Вы додумайте, что сказать. Вы определенно очень расстроены. Мы можем чем-нибудь вам помочь? Дождь и стрел постепенно прекращаются. Звенит один русский голос. Ты не из Кругспура? Если ты не собираешься вернуть нас туда, уходи. Беги с острова. Боги, лучше убирайся с архипелага. Мы не из Кругспура. Выходите, давайте поговорим. За деревья выходят трое представителей разумных рас, сопровождаемые оскалившимися ручными зверями. Ну, давай, что ты хотел сказать, говорит женщина. Катуэнна. Эти представители разумных рас являются собой странное трио. За широкоплечью эльфийкой поспешают рослые Аумауа и растрепанный Орлан. Каждый держит оружие наготове. Вперед выступает женщина. Она помахивает импровизированным кистенем, сделанным из ядра и обрывка цепи. Ты хотел поговорить? Ну так говори. Что вы здесь делаете? Прячемся, разумеется. Когда не охотимся на случайных прохожих? Или тех, кто задает до смешного глупые вопросы. Ты упоминала Кругспур. Вы были рабами? Она шмыгает носом и сплевывает на землю. Нас похитили, удерживали против воли и были готовы продать тому, кто предложит больше. Могу я чем-то помочь? Взгляд ясных глаз Катуэнны, в уголках которого поигрывают искорки, задерживается на вас. Ты уже второй раз предлагаешь помощь нам, вздыхает она хмуря брови. Если найдется лишняя мелочишка, скажем, 6000 пандов, то этой суммы вполне хватит, чтобы мы убрались оттуда. Дать 6000 меди, разумеется, буду рад помочь. Серьезно? Она удивленно распахивает глаза, принимая кошель с разномастными монетами. Спасибо. Это даст нам шанс. Она слабо улыбается и кивает вам. Найдите этому достойное применение и берегите себя. Обязательно. Прощай, наш случайный друг. Так. И что? Больше ничего здесь нельзя поделать, да? Ничего не заюзать нельзя. Интересно, просто дали им деньги. Может быть, конечно, это на что-то повлияет в будущем, но пока непонятно. Ну, я, конечно, не против помочь рабам, которые пытаются выжить в лесах. Но интересно. Чаша Эгна. Валянские поселенцы стараются сохранять свои традиции в архипелаге Мертвого Огня. Одна из них это аккуратное пастбище. Бродя по островным деревням, вы находите место ритуальных сожжений. Рядом с кострищем стоит небольшой склеп, полный красивых корзин. В них находится кремированный останки Лана. Свиток малого исцеления.
копьем. Все. Так, ну я так понимаю, что еще одно место, это вот святилище Блэкрок. Блэкрок, ага, я понял, к нему нужно по-другому попасть. Ладно. А, то есть мы могли просто... Нет, здесь мы выйти не могли, видимо. Ну ладно, хорошо, хоть нас не заставляет обходить вот это все. С самого начала. Так, у нас по две раны у наших двух друзей. Давайте продадимся, короче, этому торговцу. Хотя бы часть. Так. Питон давайте пока оставим. Так, давайте сначала вообще не продадимся. Давайте сначала посмотрим, что у нас на Орлане нашем. Подбить до кольчуга с Серафином. Давайте, во-первых, его оденем в доспех войны святого и посмотрим, что тут можно прокачать. Маневр ветерана. Неуязвимость атаки тип реакция. В начале боя дает невосприимость к атакам на реакцию, пока не будет получено два попадания другими атаками. Ну, это такое. Так, это есть. Дальше. Пистолет у нас есть. Что здесь хорошего качества. Может быть, у нас есть отличного. Вот, отличного есть, отличный. Замечательно. Могильный зов что там нам дает? Ладно, это мы пока не будем прокачивать. Все, хватит вроде бы. Сейчас начинаем продаваться. Кольчугу Серафина пока не выкидываем. Один арбалет оставим, может быть, на зоте подойдет стилет, копье точно выкидываем. Дорожный ремень Улана ставим пока, нагрудники все.
Так-то уж и много денег, честно говоря. Возможно, они поменяли экономику. У меня есть такое подозрение, по крайней мере. Потому что раньше мы вот так же продавались на очень много денег. Так, я хотел проверить... Узоти нагрудник отличного качества. А, я хотел проверить ее арбалет. Превосходный арбалет. Да, все правильно. У нее тоже самый лучший арбалет. Ну, ладно. Я думаю, ребят, что на этом все. Потому что время уже подошло к концу. Очень интересно было у нас приключение в Крукспуре. Вот. В следующей серии мы посмотрим, все ли квесты мы сделали. Если все, то что будет дальше. Вот. Также я почитаю, что такое острие копья. Вот. Все-таки не люблю я, когда заканчивается вот так вот. Квесты проваливаются, не понимаешь, что именно ты сделал не так. Ну, увидим. Я думаю, что это, конечно же, то, что, типа, помочь, там, торговцу. Что ж, на сегодня это все. С вами был Литл. Спасибо за просмотр, ребят. Пишите комментарии, оставляйте отзывы, задавайте вопросы. Делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на канал. До следующей встречи.